Да, и заглянем, какой в Ногинске подземный переход. Ведется видеонаблюдение, это точно. Вот такой. Ошизенный. Старая решетка. Переход явно, конечно, старый, а может нет. Не знаю точно. Все. Вытряхиваемся отсюда. Вот такой офигенный вид на собор. Смотрите предыдущее видео, я там все это поснимал. Вид от собора. К этому самому. На реку. Все, идем в машину. Я надеюсь на хороший результат этой поездки. Так, у нас до Лукойла 44 минуты ехать. Потому что, я думаю, уже останавливаться не буду. Посмотрим. Хочется все-таки мне залиться полностью на Лукойле, получить баллы. О, слава богу. Все в сохранности, только жарко. Залезаем. Уф! Такая обнимающая жара. Все. Захлопываем, защелкиваем. Увеличиваем кондиционер. Все, выезжаем.